Меня часто просят снять видео там по бездорожью, как мы езжу на этой машине. Пока, к сожалению, снимать нечего. Поясню. Ну, пока мы просто вот, видите, наверное, мы едем, давим снег и все. А не торопясь, она едет. То есть я видел видео, где по бампер вот, снега Nissan Terrano был. Прям двигал и медленно ехал спокойно. Вот, то есть ждем лета, чтобы съездить на песок. Я думаю, будет такой же результат. Вот, в воду я ее не погоню, потому что уже неоднократно видел, когда убивали машины, просто загоняя в воду. Вот, поэтому начинались там потом проблемы с разными датчиками, еще что-то. Я не езжу в воду, мне вот достаточно вот, такого бездорожья по лесу кататься. Вот, на льду засадил наконец-то, чтобы вы посмотрели предел возможностей. То есть, когда уже бампером двигает. Вот, но тут уже как бы здравый человек уже не будет заниматься этой херней. В горку по льду двигать бампером эту херню. Вот, она уже шлифует. Ну, будем выезжать сейчас. Видел веревки. Это было это, Винтранс. Короче, вот так вот мы прорыли. Пробовал. Лед. Большие. Да, лопата Фискарс помогла, домкратили. Вон, я сейчас покажу, тут вот мы пробили, расчищали. Там лед прям очень толстый. Вот. И покажу вот фишку, которая сработала. Машина прыгала, как при АБС, короче. Вот. То есть узлы, веревки, никаких вот не надо. То есть у меня гребет задняя левая и передняя правая. Соответственно, ну, то есть вот колея, вы видите, вот какая. То есть ботинок. Вот. И, соответственно, вот здесь вот, то есть веревочки наматываете, и она как на гусеницах на них идет. Причем, ну, я в следующий раз попробую все четыре намотать, посмотрю эффект. То есть, а так у меня вот, я говорю, гребущие вот они, и она прям так на них так тык-тык-тык-тык подпрыгивает немножечко и пошла. Вот уже стемнело, луна вышла. Вот. Закат. Так что вот, что касается. Я уже даже переоделся, вторая куртка уже вся сырая, шапка, все. Я запасную держу в машине, у меня всегда. Вот, вы видели. Вот. Так что это что касается вот проходимости в гору на льду, под снегом. Ну, то есть там где-то вот мы бордюр вот от лопаты, наклон, и там где-то чуть ниже колена моего снега. Вот. Ну вот, обзор вам.